Встречаются два друга. Один говорит: Артур, что такой радостный? Представляешь, познакомился с девушкой. Я ее целую, она сознание теряет. Да ладно, познакомь. Не могу, она сейчас в коме. Кавказец преследует двух молодых девушек. Ну, не то чтобы преследует, просто идет за ними. Девушки, это я вам говорю. Может быть, пойдем в баню помоемся вместе, я вам спиночку потру. Да молодец, мы тебя практически не знаем, сразу в баню. Отвали, не надо нам. Не хотите, не надо. Может быть, тогда на катере прокатимся. Вон катер стоит красивый, белый, на берегу моря. Это мой катер. Может быть, прокатимся на катере? Ну, на катере можно, на катере другое дело. Вот и хорошо. Не метьем, так катаньем. Бабушка едет в переполненной маршрутке. Маршрутка практически забита под завязку. Она стоит рядом с водителем. У нее падает 5 рублей. Она пытается их поднять. Водитель в шутку говорит: «Стоп! Что упало, то мое». «Сынок, ты аккуратнее езжай, а то я сейчас упаду, вся буду твоя». Мужик приходит в тату-салон. «Татуировки делаете?» «Ну да, тату-салон же татуировки». «А вы можете наколоть мне танк на всю спину?» «Да легко, ложитесь». Он ложится, они делают какую-то процедуру. Через 5 минут говорят: «Все, готово». «А что так быстро-то? А что там накалывать? 4 буквы». Два боксера встречаются. Один говорит: «Как дела? Все нормально?» Он говорит: «Хорошо. А чего морда вся в синяках?» «Да ты знаешь, я знал, что моя гуляет. Возвращаюсь с работы специально раньше. Лежит с ней любовник и повалую его, только больше на голову. Поднимается здоровая шайба, но я бью правый апперкот. Я по правому апперкоту занял в Саратове 4-е место. Ты помнишь, когда за ДОСАФ выступали?» «Стоит. Я пробиваю левый крюк. Левый крюк у меня в Улан-Удэ занял 2-е место по левому крюку. Левый крюк. Конечно, зашатало его, что там говорить. Ну, стоит гад такой ползучий, представляешь? Тогда я пробиваю удар почтальона. Левой, левой, правой. Бах! Так зашатало. Чуть не упал. Ноги на шире плеч поставил. Удержался. Потом он мне дал в дыню. Я упал, завалил шкаф, который из Польши привезли в позапрошлом году. Гиря упала на голову. Зубы в шахматном порядке, нос прилип к щеке. Ну, по очкам-то я веду. Судят боксера, который отрубил 3 здоровых мужиков. Судья спрашивает: «Молодой человек, расскажите вот всем, кто здесь сидит, каким образом вам удалось вырубить 3 здоровых мужиков?» «Ну, первого я ударил апперкотом, упал как бандероль, как подкошенник, не шевелился. А второго рубанул левым крюком. Тоже упал, никаких шевелений нет. Ну и что, все, вот так справился. А третьего?» «Чего?» «Я говорю, а третьего?» «А третьего у меня день рождения». Спасибо.